На встрече с журналистами начальник полиции рассказал о готовности отдела внутренних дел по городу Бердску к летнему сезону отдыха и оздоровления детей. Основной вопрос – обеспечение безопасности на территории детских лагерей. Все они оборудованы внешними и внутренними системами видеоконтроля и тревожными кнопками вызова полиции. Первые смены начали работу уже сегодня, 1 июня. За всеми летними лагерями без исключения закреплены руководящий состав отдела, руководитель служб, участковый инспектор полиции, ПДН. Посты наружных служб приближены к местам массового отдыха, в том числе ребятишек. С сегодняшнего дня планируется заезд в Дубинино, в Гренаду, Кошелево и Дельфиновый юбилейный. Так, и завтра в Лазурный берег и Звездный бриз, и 6 числа в детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова. Значит, все эти 8 лагерей нами приняты совместно с комиссией администрации. Нами осуществлена проверка всех работников, которые будут трудиться в лагерях, на наличие судимости и прочих компрометирующих фактов. Лиц, которые по тем или иным причинам не подпадают для работы с детьми, у нас не обнаружено за этот период. Также нами проверены все ЧОПы, которые будут нести охрану этих лагерей. И в течение всего летнего периода, как я уже говорил, силами руководителей подразделений ежедневно будут проверяться все 15 лагерей. Проверки будут проходить каждый день во всех лагерях согласно запланированного графика. Несколько раз в течение суток сотрудники полиции будут посещать тот или иной лагерь. Сергей Проценко подчеркнул, что обеспечение безопасности – это совместная с родительским сообществом задача полиции. Поэтому всех родителей, которые отправляют детей на оздоровление и отдых этим летом, просят сообщать о замеченных нарушениях. О недостатках в работе лагерей, нарушениях при организации перевозки, питания, купания, внутреннего распорядка в местах вот организованного отдыха несовершеннолетних детей, необходимо сообщать нам в отдел полиции. И телефоны для этого 2-00-23, 2-16-73 и 2-20-06. Все факты, сообщенные по этим телефонам, будут проверяться нами, и мы будем принимать решения. Сергей Проценко выразил уверенность, что сотрудникам отдела удастся обеспечить безопасное пребывание детей на отдыхе в этом сезоне.